Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Вот наши встречи, они всегда не просто так. Вопросов задается очень много. Почему я не говорю никогда о земляниках белых и желтых? Вот сегодня говорю и хочу вас познакомить с коллекцией целой. Если уж речь зашла о земляниках, то мы поговорим не только о красных, да, но еще и как бы привычных нам, конечно. Мы же привыкли, что в лесу красная земляника растет, но среди растений вообще-то и от природы есть сорта, которые не являются красным цветом. Они бывают розовые, бледно-розовые, желтые, белые. И в лесу такие тоже встречаются. Редко, конечно, но встречаются. И вот в данном случае, значит, хочу представить вам огромное количество, а я считаю, что это уже очень много, земляник, которые не имеют красного цвета. И в этом есть своя особенность, которая для нас очень даже хороша. Первое, что хочу сказать о таких земляниках, они не аллергенны. Не имея красного цвета, они не вызывают аллергии ни у ребятишек, ни у взрослых. Но эти ягоды, белые и желтые, простите, они слаще и ароматнее красных. Вот представьте себе. И, конечно, в природе, кроме такого цвета, существует еще почти белый цвет, почти белый, потому что здесь все-таки немножко желтовато, за исключением вот только некоторых. Крупноплодные земляники садовые, не красного цвета. Из них, ну, хорошо известная уже такая крупноплодная ягода, которая называется сорт «Швед». Употребляя земляники такого цвета, и мелкоплодные, и крупноплодные, у человека это аллергию не вызовет, и он сможет полакомиться ягодой. Конечно, в варенье, может, это некрасиво. В заморозке это замечательно. И всегда, высаживая подобные ягоды, вы всегда можете угостить человека, приехавшего к вам в гости, того, у кого действительно аллергия на ягоды. А это страшная аллергия на самом деле. Это что-то там с дыхательными путями, человек начинает просто задыхаться. Поэтому рекомендую попробовать все-таки и белые, и желтые. И растут они точно так же. Агротехника такая же, как у красноплодных. Поэтому сеять их надо, если хотите в этом году урожай получить. Конечно, это январь-февраль, это уже последние сроки. Иначе она только зеленочку вырастет, и вы на следующий год урожай получите. Нет ничего особого в уходе, нет ничего особого в зимнем ее существовании. Она такая же, как все. Также 3 года интенсивного плодоношения, потом это все пойдет на убыль, и придется возобновлять этот куст семенами. Но есть вариант, когда можно рассадить рожки. Ну вот, маленький познавательный сюжет для того, чтобы удовлетворить любопытство и желание знать много тех, кто спрашивал про желтые и белые земляники. Всего доброго вам и до свидания.